Синие и красные с бородами и посохами в современных и старинных нарядах и даже в папахах. Каких только Дедов Морозов и Снегурочек не встретили в этот вечер. Многие даже приехали из других стран, чтобы принять участие в шествии волшебников. Давно, которые вот были же костюмы, какие Дед Мороз еще, самые первые, вот. Мы самые первые. Нравится и очень, и выделяется самое главное. Среди всех. Я дагестанский Дед Мороз, потому что мне нравятся дагестанские традиции и Дед Мороз. Поздравляю всех с наступающим новым 2021 годом. Я китайский Дед Мороз. Поздравляю вас всех с наступающим новым годом. Китай Новый год празднует, как и везде. Весело, забавно, с играми. Я узбекский Дед Мороз. У нас тоже очень весело, дружелюбно, гостеприимно справляют Новый год. Всех с праздником, всем здоровья. Я казачий Дед Мороз. Казаки тоже любят гулять на Новый год, но у нас отличается тем, что наши танцы более боевые, скачки на лошадях там и остальное. Но у нас просто так подарки не дают только у казаков. Все надо заслужить своим боевым искусством. У Кыш-Бабая самое главное отличие – такой же халат, борода, но узоры башкирские. И шапка, естественно. В назначенное время Деды Морозы со Снегурочками в сопровождении своих верных помощников, минуя центральную площадь, направились к главной городской елке. Именно тут пройдут основные праздничные мероприятия. Но уже сейчас ледовый городок дарит новогоднее настроение. Не пустовала в этот день и большая городская сцена. Замглавы по социальным вопросам Эльдар Валидов пожелал собравшимся, чтобы в наступающем году всех ждали только приятные перемены. Мы работали всеми с вами большой командой в течение этого года. От самого маленького малыша и до самого старшего нашего мудрого поколения. Я уверен, что в 2021 году мы продолжим работать так же, и наш город станет еще комфортнее, краше и уютнее для жизни и работы. Крепкого здоровья всем, с наступающим Новым годом! Я желаю, чтобы мы все Новый год встретили в кругу близких, в кругу родных, здоровыми и с улыбками. И в такой торжественной обстановке вручили подарки главы Республики Башкортостан отличникам учебы, победителям олимпиад и спортивных соревнований. Новогодний подарок за старание и усердие от Радия Хабирова получили 23 школьника городского округа. И чтобы гости новогоднего ледового городка не скучали и не мерзли, творческие группы и артисты подготовили зажигательный концерт. Ну а праздничный фейерверк заставил еще больше почувствовать приближение Нового года. Марина Бедвинская, Никита Веприков, Ильгиз Миниханов. Время новостей.